Ну, для детей это, в принципе, домашние. Да, в банке там вообще было. Круг есть, рыбу половить, купаться. А круг, видимо, здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Пенсионные Денечки. Ну, сегодня у меня опять импровизация. Ищу новые пути оздоровления. Прошла 4 километра от дома. Шлагбаум стоит. И вот здесь, в сопках, среди природы, расположен такой вот элитный дом. Такая дорожка, по которой я шла, ведет к этому дому. Живут же люди на природе. Вот, я такая любопытная, все надо посмотреть. Здесь такая вот... Это такая сторожевой домик, наверное. А здесь, вероятно, хотели тоже дом строить, фундамент заложен. И все. Вот они, наши сопочки. А вот там маленькая. Маленький храм красных всех святых. Теперь даже не знаю, как я дальше пойду. Буду несколько дней плутать, искать себе оптимальный путь. Но ведь это так все интересно. Мозгу постоянно нужно какое-то новое впечатление. Вот у меня каждый день что-то новенькое. Ну, буду считать, что это моя конечная точка, а дальше уже буду возвращаться. Я прошла уже 4 километра. Что же, зрители мои, я не ограничилась этим домом, решила пройти вокруг. Вокруг этого дома, посмотреть, что же здесь. Обнаружила вот такой карьер. Зачем-то вырыли такой котлован. Можно тут посмотреть, какие у нас структуры земли. Вот такие скалы. Это как надо было прорыть, сколько техники. Наверное, что-то строить хотели. И самое удивительное, что я увидела вот такой особняк. И пойдем посмотрим поближе. Наверное, здесь вечером можно посидеть на скамеечке. Пройтись по лесочку. Для нашего края частные дома это как, скажем, роскошь. И это бывает очень редко. Называется этот проезд, даже улица есть Сосновый. И вот такой особнячок. Ну не красота ли? Центральный вход. Рядышком еще домик. А этот дом в стадии строительства. Наберусь наглости, пройду по его территории. Там, наверное, видеокамера кругом. Мне хочется посмотреть, что там блестит. А здесь еще с заднего двора целая жизнь. Там, наверное, и банька, и кухня. Столы на улице. Здесь тоже терраска такая деревянная. О, как же тут здорово жить. Здесь вот так вот. Такие сходы идут, и там уже задний двор. Здесь аналогично вырыт котлован. Вот там вот загорожено. Будут еще стоять дома.
А здесь уже посадили цветочки. Я издалека видела, что тут дома, но не предполагала, что на них можно дойти. Я, конечно же, опять отдалилась от своего маршрута. Ну, зато я осваиваю новые пути. Вот там вдалеке, я не знаю, видно или нет, сейчас я увеличу. Там еще стоят дачи, но это уже другая история. С женщинами познакомилась, поговорила. Они каждое утро здесь ходят. Вот эти дома и еще котлованы. Но тут уже болотистая почва. Дорогу такую построили. Дорога к дому. Все, мне показали, как лучше мне выйти отсюда. Если я пойду, это уже другая дорога, параллельная. Если я вот по этой дороге пойду, то я должна выйти на автобус. И я пойду теперь чуть левее, вот туда вверх-вверх. Хорошо тут уточка. И голуби. Тут такие расслабленные. Я так не видела никогда, как голуби лежат. У них тут прямо как это лежбище, такой пляж. Вот. Многие в лежачем состоянии. Они тут такие спокойные, умиротворенные голуби. Но здесь тоже осваивают пространство под частные дома. Там работают строители. Разгрузка здесь материалов. Вот там уже коробка стоит. Такие облака красивые сегодня. С одной стороны хорошо, но с другой жалко природу. Ты ближе к жилому многоэтажному комплексу, тоже идет освоение низкоэтажными домами. Тоже это забор построен. Вот здесь тоже что-то интересное достраивают уже. Я, конечно, иду с опаской. Выйду я отсюда или не выйду. Но, по-моему, дорога поворачивает вверх. Вот. С горку. Но это тоже частный дом. Природе. Да потом уже не увидишь, что здесь за дом, потому что будет такая высокая стена. Вот основание для ворот. А пока можно видеть столько камней. Раз. Песочек. И там еще домик. Поднялась на более высокий уровень поверхности над землей. И вот они, эти девятиэтажки. Во-первых, какие-то птички так стрекочут.
Даже не знаю, какие. Как кузнечики. Боже, вот куда я вышла. Все дороги ведут к храму, называется. И я вышла к храму всех святых. Каким образом, не знаю. Но мне даже самое интересно. Поэтому я думаю, мои приключения еще будут продолжаться. Ну вот, поближе. Ну что же, мои дорогие зрители, подошла к концу моя утренняя прогулка. Надеюсь, что она вам понравилась так же, как и мне. Я думаю, это не последний раз. Пожалуйста, заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам интересно. До свидания. С вами был канал «Пенсионные денечки». До новых встреч!